Привет, я вернулся. Возвращайте силы в Черкизово. Каждому десятому покупателю абонемента моя майка в подарок. Вслед за Дмитрием Лоськовым в Черкизово спустя 16 лет вернулся и болельщик Владислав Макаров. Вернулся в надежде выиграть майку Лоськова. Не выиграл. И ночью на одном из ресурсов поделился с болельщиками своей истории. Казалось бы, с грустным финалом. Однако, проснувшись, Влад увидел комментарий президента «Локомотива» Ильи Геркуса. Было неожиданно, и что эта история она не закончилась, и что у меня появился, скажем так, шанс воплотить свою мечту, за которой, в общем-то, все и началось, чтобы мне досталась майка Лоськова. С Владом списался сотрудник клуба, пригласил на матч с крыльями. И непосредственно перед игрой нашего героя провели в подтрибунное помещение и стали кого-то ждать. Я уже понимал, скорее всего, что речь идет именно о Лоськове, но уже было мало времени до матча, и как-то я все-таки сомневался. Думал, что в таких ситуациях как бы такие вещи, может быть, будет передавать кто-то другой. Тут вышел сам Лоськов, как ни в чем не бывало, как тот, кого я помню, будучи еще с более молодым и юным, сказал просто привет, пожал руку и... Невозможно описать те чувства, которые были в душе, потому что все закрутилось настолько сильно, да, в эти дни, что инфаркт мог произойти в ту же минуту. Еще бы, сам Лоськов, легендарный Лоськов, лично дарит майку с автографом. Тот самый Лоськов, принесший «Локомотиву» первое чемпионство. Эту газету я покупал в то время каждый день на протяжении долгих лет с мечтой о том, что когда-нибудь здесь вот будет... «Локомотив», «Юрий Павлович», «Лоськов», ну, что угодно, да, но только про «Локомотив». И я дождался, и действительно, как видите, с Богом Юрий Павлович. То есть это вчера вечером второй Юрий Семин, его «Локомотив» стали чемпионами России. Вот вещица из реального мира, да, которая, она остается с нами. Интернет может пропасть, но эта вещь, она никуда не денется. Вот. Этим она и цена, и ее и храню. Вот это чемпионская газета, реальная вещь, которая, наверное, всю жизнь будет доставлять тебе положительные эмоции. Сейчас у тебя появилась майка с автографом Лоськова. Это также для тебя ценно? У меня, как вы видите, ни одной майки нету, ни на мне, ни здесь. Поэтому майка Лоськова, она, скажем так, первая из маек, да, единственная, которая будет в моей коллекции. Плюс, повторюсь, Лоськов – это, ну, не рядовой игрок, да, вложивший огромное количество своих сил в то, каким клуб стал сейчас. Поэтому ну, это очень важная вещь для меня. И то, как это все произошло для меня, это сохранится со мной вот, в моей памяти до, надеюсь, старости. Да не, пронесу до гроба, в общем, такими громкими словами скажу эту майку. Какие теперь эмоции бурлят внутри тебя? То есть перед вот этим посылом, видимо, ностальгия, да, преобладала. Вот сейчас какими эмоциями возвращаешься на стадион? Наверное, первое какое-то ощущение ностальгии уже проходит. Сейчас я, скажем так, заряжен на поддержку клуба, как в те годы. В принципе, я не очень пожилой человек и думаю, что я внесу свою лепту в шумовой фон стадиона на матчах. И, в общем, все будет хорошо. Мы все будем поддерживать наш клуб, и мы станем чемпионами, я в это верю.